Ні мелодрама, ні трагедія, ні клоунада, ні комедія не обойдуться ні за що без неизбежного дежурного сюжета нежного, амурного, то безмятежного, то бурного, о чем бы дело ни пошло, в любое действие прискушное добавь любви, как перцу вкушанье, интригу круто замеси, увидишь, зрителю понравится, он это съест и не подавится, напротив, очень позабавится и даже скажет гран мерси. Нам важно это убеждение, что звери, люди и растения, походы, войны, то да сё, все, что не есть на нашем глобусе, произошло от нежной склонности, от этой вечной нежной склонности или от отсутствия ее. Thank you.